Те, кто имеет долги по налогам, не будут получать социальные пособия. Их выплата приостанавливается на 3 месяца. За это время необходимо полностью рассчитаться со своими долгами. Об этом съемочной группе программы «Челны-24» сообщила заведующая отделением Центра материальной помощи Елена Крошечкина. По ее словам, после погашения задолженности человеку не надо приходить к ним. Потому что ежемесячно формируются межведомственные запросы, согласно которым мы работаем, предоставляют сведения об отсутствии налоговой задолженности, и выплаты возобновляются с момента ее приостановки. В случае, если налогоплательщик рассчитался со своими долгами, выплаты будут возобновлены со следующего месяца. Кроме того, он получит денежные средства и за те дни, когда выплата субсидий была заморожена.